троллейбус по карте или по смартфону. В общественном транспорте Миасы теперь можно рассчитаться по безналу. Этот город стал первым в области, где ввели современную технологию оплаты проезда. Пассажиры прикладывают карты, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты, к терминалу кондуктора. Спустя секунду выбивается чек, а пользователи смартфонов устанавливают приложения Apple Pay, Samsung Pay или Android Pay. Платеж, это прошла, да. Скажите, удобно это? Удобно. В чем удобство? Ну, не надо носить мелочь с собой, карты. Можно просто оплатить телефоном. Миасс стал первым городом в Челябинской области и всего 28-м в России, где проезд в троллейбусе можно оплатить без наличных. Развитие транспортной инфраструктуры в городе Миассе значения придается очень много. И сегодня появление дополнительных сервисов, которые облегчают сам процесс оплаты с использованием там, приложения в мобильном телефоне, с использованием карт, без наличной, по сути дела, вариант оплаты проезда, на мой взгляд, ну, он во многом облегчит саму процедуру проезда в общественном транспорте. Добавлю, что в Челябинске тоже обсуждают введение безналичного расчета.